Вот это исполнение. Военные удивили Екатеринбург концертом на лавочке. Импровизацию сводный оркестр екатеринбургского гарнизона устроил прямо на остановке метро 1905 года, чтобы скоротать время до начала репетиции парада. При этом у духовых хватило духу на один из хитов группы «Ленинград», ну а также на песню «Бессаме мучо» в оригинальной аранжировке. Усидеть спокойно от такого концерта горожане просто не смогли.